Данные по заболеваемости коронавирусной инфекцией в Десногорске сообщил Алексей Азаренков, который находился на длительном лечении. У нас в городе подтвержденных COVID-27, излечено от COVID-инфекции на сегодняшний час 9 человек. Из 41 пациента, который находится в инфекционном госпитале медсанчасти, 7 в легкой форме, 2 человека в тяжелой, 1 на аппарате ИВЛ. К сожалению, не обошлось без летальных исходов. Погибла 10 числа наша сотрудница медсанчасти, которая с 16 апреля находилась в инфекционном госпитале в Смоленске. Медсанчасть обеспечена средствами индивидуальной защиты и медикаментами в должном объеме, пополнение которого находится на контроле городской администрации. Определимся тогда с приоритетами и проведем закупку, и вам передадим. Ну, понятно, что это займет какое-то определенное количество времени, но тем не менее работу в этом направлении мы продолжаем. При этом с 13 мая в медсанчасти Десногорска возобновлено проведение медицинских осмотров, в том числе и платных. По пути ослабления особого эпидемического режима постепенно идут регионы России и Смоленская область в частности. Но Десногорск, как город расположения атомной станции, продолжает жить в особых условиях. По автобусным маршрутам однозначно, с учетом складывающейся эпидобстановки на территории города, возобновление тех 4 маршрутов речи идти пока не может, с учетом того, что мы ввели до особого распоряжения. Указом губернатора Смоленщины Алексея Островского от 12 мая ограничения продолжают действовать и на въезде в Десногорск. Нынешние меры продлятся до улучшения эпидемической ситуации в городе атомщиков и до особых распоряжений властей. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ.